Всем привет, с вами команда 14 и Полк. Всем привет. И сегодня у нас наконец-то 5-я серия. Точнее, 4-я. Короче, мы, в общем, тут нашли прикольный этот варп. Не с магазинчиком, походу о нем даже никто не знает. Варп Икс. И еще я вам хочу сказать то, что скоро будет какой-то прям очень... Который крафтится из, из 8 железа, но тут я могу купить за 4 железа. Это еду можно купить, бутер с хлебом, за 2 меди, тоже мало. Алмазный меч, который красится из 2 алмазов, всего за 1. И что тут? И слизь. И тогда я сейчас иду на холм 2, ты не знаешь эту местность. Нам надо 32 слитка бедных. Чего? А так у нас тут есть. Мне надо 32, дай мне их. 8 штук, у меня, нам еще нужно... 32 это, хочешь я их превращу тебе в железо? В железо. Как? Нам сейчас железо не очень-то и нужно, конечно. Ну и все равно 32 железа. Будет 32 железа? Да. Только надо 32 меди. А 2 у меня есть. 2, ну тогда у меня... Тогда у нас 24 всего. И еще мы скрафтили вот такую вот пушечку. Шахтерский лазер. Дай посмотреть, вот, дай. Я сам не пробовал. Сейчас, подожди. Пиу! Вот так он вот. Дай сюда-то. Я сейчас пойду дом гравить. А, я уже пытался, просто сквозь блоки он пролетает. Ничего не делает ему? Да. Я уже пытался. С помощью... Ну, да, с помощью него можно этот, копать там все. Да. Пещеры копать. Да, очень быстро. Также я скрафтил всю ночь, я крафтил улучшение энергохранитель и улучшение ускоритель. Вообще не всю ночь, ты их там немного крафтил. Почему? Весь вечер, а там немножечко ночью. У нас есть пшеничка одна? Пшеничка? Да, есть. Дашь? Нет, не, не семена. На. Давай. Ты меня так и не кинул. Кинул. Вот. Ну, в общем, сейчас мы, наверное, в шахту пойдем. Да. Мы уже пытались с текстурами читерить, но у Лавана все вылетело. Все зависло. Нет, у меня один раз было, но у меня там было то, что все было прозрачное. Все камни камень сменили. Но потом я их сменила, правда, текстуры на нормальные. Лавы не было вообще, я даже не раскопал ее. Ладно, пойдем тогда сейчас. Зашел, опять пишет, вы вздохли в лаве. И просрал так все. Да, пошли. Также мы скрафтили сейф. 2 сейфа. Да, это был какой сейф по счету? А? Вообще это был 3-й твой. Да, потому что фантом... телепортировался и первый его открыл. Вовчика его не успела открыть первого. А там приват так останавливается. Да, Сашечек тоже. Давай, хлопец, кидай мне. Что? Красную фигню. Лазер? Да. Сейчас, подожди. Я же его крафтил, я тоже должен попользоваться. Да ну, я его крафтил. Вообще крафтил я его. Я помогал тебе. Ну и чё? Ну, ты же вообще даже за комнате садился, потому что тебе никто не разрешал. Ты же да ко мне заходить домой. Я понял. Пошлите. Пошли. Куда, в шахту? Иди сюда сначала. Зачем? Нифига себе, он бурит! Да. Ты видел? Пиу. О, я медь нашел. Ну, круто. Тебе нужна медь? Медь, конечно, нужна. Для железа? А как ты делаешь там? А вот не скажу, Зигрет. Да ладно тебе. Все, короче, у нас все есть. Да как ты делаешь-то, а? Я должен знать. Не скажу, вот. Yeah. Сейчас собираем все эти 32 медных слитка, тогда скажу. 32? Да. Ладно, пока пошли, пока у меня все готовится. Ща. А и хватит говорить с таджикским акцентом. Ладно. Все уже думают, то, что этот Санчик с этим, с акцентом. Пошли, короче, ладно.
Меня уже этот криперёнок просто достал своим. Вовчик. Вообще. Так, шлите. Меня так бесит, когда мы с ним снимали. Пошли. Куда? У меня Хоум стоит в магии, там, где я буду превращать это... Пока нам ничего не надо. Железо, точнее, медь, железо. А, всякая там магия, в общем, да? Да. Ай. Я уже внизу. Упс. А, это я копал с текстурами, помнишь? Да, блин, раздолбал тут все. Я сейчас грохнулся, чуть не сдох. А я вот прошел, нормально. Да ладно тебе. Иди сюда, я все отдам тебе. Ага, давай, телепортируй меня к себе. А кто блоки ломает тут? Ты. Я, вот нет, тут булыжник тут стоял, ломал. Не знаю. В общем, это был тест на меча. Иди сюда, я тебе дам вещи. Да. Ты даже факела не взял? Да, а, да, подожди, сейчас спущусь. Чего у тебя так шумит клавиатура? Ну, вот так вот шумит. Пиу. Пиу. Я лазером стрелял. Пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Захвати мне еды. Еды. Возьми у меня три печеньки. Ладно, сейчас. Ладно, я сам приду. Сейчас мы... Где? Печенье. Я, короче, тут медь выкинул, она что, не нужна? Не нужна. А, не-не-не, нужна. У нас уже есть нее. Все равно еще надо. О, к тебе там пришли. О. В общем, что тебе надо? Да ничего. Сколько тебе меди, меди? Ноль. Зачем он только что так сделал? Да, опять твоя мама. Нет, это мне звонили. Блин, это Дима. Твоя мама сейчас звонила. Нет, Дима тут звонил как. Не ври. Да, не вру. Все, пошли. Меня бесит уже, этот гулять зовет. Пошли. Сейчас. А печеньки крафтить кто будет? Еще на саблю оставь, что, а то еще этот фантом прибежит. Или кто там телепортируется. Ну тут очень много сейчас. Может, комар телепортировался? Ну, комар, он добренький. Еще есть два админа. Админов тут нету. А кто ж тогда с этим, с розовым ником? Да просто менять могут, я тебе говорил. Да ну. Да ну, ты что, добрый? Админов тут нету. А как, сам сервер, что ли, создался, да, богом? Нет, его админ создали. Но он сам, ага. Но они тут-то не играют, пошли. И что ты на носабль с собой взял? Я не взял. Да ну, а что у тебя там с спиной? Это баг, значит. Я, вот она у меня сейчас сейф лежит тут, я тебе клянусь. Ну ладно. Сейчас, подожди, у меня текстурки грузятся. Все, включились китайские текстуры? Пошли. Ой. Ты где? Меня выкинул. Не переживай, войдем. Да, через 3 часа. Да ладно тебе, я уже все замени таким. Всем продолжаем. О, ты просто не видишь мой вид. Это ужас. А, что ты там ты делаешь? Я спускаюсь. Не бей! Зачем? А кто меня тут? И где мне теперь взять кирку? Ты меня дашь? Наверное. Дашь? Может быть. Ну, дашь. Ну, я даже и не знаю. У меня даже нет факелов. У меня их тоже. У нас вообще дома нет. Как же было? Больше нет, мы их все потратили. Где ты вообще? Сейчас будем я даже и не знаю. А, вон ты. Бери факела.
Я тебя вижу, хотя я только спускаюсь. Все, я тебя не вижу. Бери ты факела. А где ты? А ты сам вниз пошел? Да. Ну, сейчас к тебе придем. О, я тут пердит нашел. Где? А ты где? Пердот. А вот не скажу. Все, я у печек. Я тебя не вижу, где ты. Ты ж вправо пошел? Я да. А, вот ты. Та-та-та-та-та-та-та! Да хватит, а? Хватит. Уже две, со первой кирки. Больше нет кирок, да давай мне возвращай все. Скажи, окупай гриферей. Нет. Хорошо. Я там факела возьму. Давай. Мне придется опять спускаться к тебе. Давай. Сейчас подождите, господин. Потому что я в колдун, это... Абдухмалай. Да. Абдухмалай. А, еще возьми капсулы. А, блин, ты уже меня замотал. Как, спустился на первый этаж? Да, давай капсулы. И обычный тоже взять, да? Да. Все, я иду к тебе. Мир скорби. Ха-ха-ха-ха. Ты же понял, что уже вечер? Где? В мире. А, да, вот я сейчас смотрю в окно, да. В окно? Да, сейчас уже такой дождь. Я вообще говорю про майне. Я тоже. И где ты там в окно смотришь? Так я же телепортировался. Куда? В Майнкрафт. Блин, ну... И где, там же? О-о. Возвращай мне кирку, а? А я не могу, я уже не там же. А где ты? А вот не скажу. О, я тебя вижу. А ну возвращай. Да, я знал, что ты меня будешь убивать, поэтому взял нано меч. Хорошо, сейчас напишу, чтоб телепортировался к тебе. Ну и как телепортируешься? Что ты там пишешь? Чё ты там пишешь? Чё ты там слишком много пишешь? И что, ты не у меня? А мне даже не телепортировался. Ну что, пока там покопайся, не в PvP-зоне. И что, ты взял лазер свой, да? Нет. А что? А вот не скажу. Ну а на квантовый меч? Да. Ну, а такого нету. И чего? Да не. Ты лазер взял. А сейчас, наверное, ты спускаешься вниз ко мне. Может быть. Ну, это и так и есть. Ты даже не знаешь, где я. Конечно, потому что... Как я могу взять лазер, если ты его к себе в сейф запрятал? А, ну да, точно. Ну, что ж ты там сделал? Мне вообще интересно как-то. Ну, что, к тебе телепортируется как? Что? Ты, если бы читал чат... Что ты там китайские символы, да, написал? Да. Ну ничего, ничего. И что он мне сделает? В не PvP зоне. А? Ничего, все. Я у тебя изымаю саблю. Фу, нет, так нечестно. Все, я ее убрал к себе в сейф. Вот саблю я крафтил. Точно! Ха-ха-ха! Че?
Ха-ха-ха, стреляю. Стрелять? Давай. И чё? Слушай, это она у тебя на ансамбле-то? Да. Словно в этом. Она у тебя в инвентаре. Смотри внимательно, видишь ее? Да. Открой, я не могу даже пошевелиться, если она мне в руках, да? Да, она у тебя в руках, ну. Все. Она у тебя на плече. Да, но это так кажется, Бак, на самом деле я ее уже переместил вниз. Ха-ха. Хватит. Вот. Нано саблю плюс 4 урон. Дальше. Алмазный меч, алмазный меч, алмазный меч, потом рубиновая кирка, потом электрический шлем, все. Ладно, я пошел тогда. Давай. Ты что там с нано мечом идешь? Я его уже убрал. Ну что, посмотри, серия. Ты не убрал. Ну ладно, так думаю. А я тогда пока пошел превращать эти 33 медных слитка. Ты лучше антивертак скрафти. Подожди. Так, я правильно все понял? Ты с собой не вели, но не меч. Нам нужен огненный блок. Огненный? Да. Давай. Сейчас, подожди, где его? Все покупаю. Даже вот дымовой блок. О, дымовой, да. Давай. Все, у меня есть один. Тащи домой. На. Ты где? Вот, я перед тобой. Подожди, наверх, наверх, наверх. Ты куда? Вот, давай, вверх. Ну, давай. Смотри, на, держи. Стой, стой, стой на месте. На. Я пошел, выкинул лаву. А, это спидис. И куда ты его ставишь? Куда надо. Зачем? Чтоб дым шел. И зачем? Зачем на сам верх-то? А просто так. Ну а стекло-то, а стекло-то зачем ломаешь? Я не ломал. Нифига себе там пещера. Меня опять слышно у тебя. Чё? Я слышу у тебя себя. Пошли за железом. А, ты кто же хотел на ПВП? Так меч дай. Давай, обмен. Что, я тебе лазер? Да. Давай. Давай. Кидай его сюда далеко. Нет, давай в этот кристальный сундук. Договорились? Давай. Готов? Да. Ты куда его кладешь? Я сразу в самый низ под светящие шипы. Нет, положи его в правый нижний угол. Готов? Я его уже прямо вот над клеточкой держу, да. Готов? Раз, два, три. О. Сейчас. Я там на ПВП пойду, лук. Давай. А кто за капсулу? А кто пойдет с головой? С капсулой. Я. Спасибо. Ей. А еще такой сейчас просрешь. Ой, а меня кто-то убил из наноквантовой. Да? Меня убили. Да. Да, ну правда. Гона ПВП с тобой. Нет, он тут не появился дома. Я пойду посмотрю, как ты там дерешься. Подожди, чувак. За зоной на ПВП. Ты что, спаун пишешь? Нет, я на ПВП. Все, я на ПВП. Вар ПВП? Да. Что с собой взял? Ну, ничего. Ты голый, да? Да. Ты где? Вова! Упс. А я без ничего тут хожу. У тебя лазер на спине.
А, это нет, это опять же этот. Декорация. Я полностью пустил. Я его убил. Да? И что тебе выпало? Мне вообще ничего не выпало. Блин, у меня так сердце аж застучало. Я испугался просто. Вообще из него ничего не выпало. Не знаю, у меня 1.5 хп. У меня реально так сердце стучит. Вон он идет. Где? Вон он. Он опять появился, да? Да. У меня 1.5 хп, я домой. Там еще приду. Давай. Тут запрещен холм. Придется сюда выходить. Потом писать. Блин, я реально чуть не обосрался. Ты просто не представляешь, что я чувствовал. Как говно лезло? Нет. Не, это хуже. Я с ним один бутер. Блин, руки один реально... Один булыжник. Кто следующий на ПВП пойдет? Всем. Давай, я герой, мне надо заряжать первым. Давай. А я пойду с... Блин, только без брони лучше иди. Да, с передетовым мечом. Блин. Он дышит на лук. Или нет, давай ты, я просто посмотрю. Блин, да ты издеваешься мне. Пауза. Всё, мы тут. Что ты там делал? Вам не скажу. Я знаю, чайок пил. Да. А чё из него вещи не попадают? Но это все равно не смешно, как помнишь, что был на труду. Я это все могу рассказать. Ладно. Так что я Путина... Я его опять убил. Из него опять ничего не выпало. А, так он премиум. Нет, он обычный, стандартный игрок. О, какой-то Кирасан тут появился. Он тоже там на сабле, я с ним не буду драться. Не, давай он идет, ты его будешь бить. Не надо, он тоже на мечом, ты понимаешь? Так он алмазик, ко мне броня нана. Ну ладно, до свидания, не хочу с ним драться. Мне надо хавчик. Ты чё уже... опять на ПВП. О, тут у кого-то есть меч древних, это у этого, которого ты убил. Это нет, это не меч древних. А что же? Это меч из закаленного железа. Или стали. А, вот, это зачарованный. Чё там пишет Сато? Я чуть не пойму, у меня все это. ТП надо по скайпу. ТП надо по скайпу? Да. В общем, все. Короче, одни алмазники, считай. Угу. А что у тебя лазер с собой? Он не со мной. Эй! Чего? Чё молчишь? Дальше зона ПВП, дальше зона ПВП. Да. А ты с собой взял зачем 13 алмазных мечей? Нет. И iPhone 5. iPhone GGG. Пошли в это. Пошли на сплив. Давай. Не-не-не, давай на Тинтиран. Ну, блин. Давай сначала на сплив, я хочу посмотреть. Там работа. Я пойду на Тинтиран. Варпа этот сплив, или как он там, с... как там сплив вроде, да? Есть такой? Варп тут запрещен. Сейчас выйдем отсюда. Значит. Да, тут есть варп слив. Сплив. И что за сплив? А, там надо ломать именно руками все. Бедрик, да? Да. А это пока только сейчас. А когда все начнется, то это. То там уже будет что-то другое. Надо это будет ломать. Да блин, тут. Ну чё? Ничего. А может напишем, куплю iPhone 5 и за алмазик за один? Сейчас напишу этот кое-что. Мистер Слайм. Да. Кто? Нет. О, я как написал все на ПВП, там чувак один засал убежал. А, вернулся вроде.
Тут, короче, Ренат супер АФКшник. А что? Да тупо стоит и все. А, ННТ с этим, с лазером. Да? А он у тебя пропал? Да, ну на спине-то есть лазер. Ну чё, народу мало. Причем, смотри, пишу спамом, ничего не пишется. А там то, что надо писать ТР, лево. ТР? Леаве. Вот. О, нет, он все-таки Ренат супер, он только ждет этого. А как кто-нибудь зайдет туда? Ты зачем сюда пришел, босс? Ты ушел? Иди с лазером, зайди на ПВП, стреляй в него лазером. Ну ладно, так, не надо. Да, не надо. А такой всю ПВП арену разнесет. Вот Ренат супер этот. Для меня он бесит. А чё он бесит? Да, он тут. Да, он думает, что меня круче. Напиши то, что у тебя резиновые сапожки, а текстурка этого просвечивается. Ренат на нас попадает. На нас. О! Меня убили. А вещи твои где? Там, у него. Нет, их нету, я сам видел. Так у меня их нету. О! Это тебе. Значит, они попадают. Да, а чё я его бил, у меня ничего не выпало. Значит, всё, мои вещи не брать. Ну, я обойдусь. Да-да, вон те ржут. Ладно, да плевать на них, я ещё скажу. Пошли. Всё это, и потом ещё зарядишь, да? Ну, да. Да. Мне на месте. Сколько ты будешь дней? Раз. Короче, оба чувака... Ладно, пошли отсюда. Она где-то была у меня, а... Да уйди, а! Это кому? Тебе. Ты прям ко мне подошел, я это, так сказать, не могу. Что там нужно для этого? Не трать мои алмазы. У меня уже... Это мой энергокристалл. А мой тогда где? За который я голосовал? Кристалл, не знаю. Блин, да меня вылетело опять, как по стандарту. А если с ранцем? С ранцем? Со сранцем? Ты чё, с ума сошёл? Не надо. А чё? А так там могут прийти с этим тоже, с нагрудниками летающими. А ты чё, если вот смотри, если всю твою броню гораздо труднее крафтить, чем сам джетпак? Вообще нет. Джетпак он вообще очень легко крафтится, а твоя броня... Надо столько алмазов. 2 алмаза. Точнее, 8 нам надо. 8 зачем? Ну так, 4 алмаза. 4 алмаза на 1 кристалл. Того тебе еще надо 4. Так у меня уже есть. 1. Причем и ты, я одел этот энергокристалл. Вообще, вот это мой, который у меня тут лежит в личном сейфе. Да, а который ты взял отсюда. Это мой, который лежал в личном сейфе, я его взял сейчас. У нас уголь есть?
А где тогда ада у нас у меня? Нет, не у меня. Где уголь? Где уголь? Нету. Есть. Нету. Есть, он у меня. Огонь на ты этот на ТНТ-ран. Там нету. Там нет людей. Ну, я пока сажу. Мы не начнем тут. Да, вместе зайдем, может, там. Я уже зашел. Я уже. А, вот все, можно. Все, 9, 8, 7. Это же мало человек. Так уже игра началась. Угу. Я надеюсь, что мы выиграем. Все, давай, кто-нибудь из нас должен выиграть. Ну, наверное, это буду я. А что ты меня подрезаешь? Я тебя не подрезал. Это вон, смотри, это сам какой-то, который тебя убил. Ренат Супер. Да? Да, вау, он меня... Вот смотри-ка, тут еще один слой добавили. Да, я знаю. Именно поэтому я в тот раз выиграл. Там две девчонки были. Точнее, может быть, мужики, но со скином. Вот еще есть кто-нибудь? Я на самом начальном бегаю. Да? Да, можешь посмотреть видео, кстати. А я уже на последний. А я не, вот. А, там еще за мной кто-то бегает. Ой, там Ренат, он читер. Все, я на последнем. Не знаю, он до сих пор бегает. Как там можно бегать? Там чисто паркур. Я упал почему-то. Ладно, упал. А, я тоже. Ничего там сидел? Чё? Да, он там читак. Ты что? Ты не проголосовал? Я могу сейчас проголосовать, давай. И мне еще будет. Давай. Тут вообще никого нет. Ты зашел? Нет. А, давай я зайду. Все, я тут. 4 чела. А ну это 5, да? Вроде да. Сейчас проверим. А, нет, вот он читер. Так он проиграл. Да? Да, выиграл другой. Пойдем мороженое вниз. Сато, стой! А чё такого? Сколько у нас народу? Не знаю. Кажется, 4. Да, 4. Блин, опять придется. Долго, скучно. Это хорошо. Блин, долго еще ждать-то. Очень. 3 человека у нас. Все, 0 человек, а нет, 3. Если что, скажешь, я пока кое-что буду делать этот. Я на холм. Я буду там пока постоял. Вот теперь мне придется это все вырезать. Надеюсь, новую игру мы будем уже проходить. Надеюсь, там не будет мультиплеера, чтобы его звать. Да, я не буду, ладно. Емейл, какой можно? Чё? Сейчас. Зачем? Я еще одни аккаунты не регистрирую. Не заходи, он... ты не зарегистрируешься. Почему? Он напишет... там что-то не IP уже зарегистрирован. Да, ты уж пробовал? Да. Ну, конечно, ты сейчас можешь попробовать. Ну, я сейчас пробую. Может, у тебя комп с двумя IP? М? Может, у тебя комп с двумя IP? А ты что, где голосовал? Да. А я про другое говорю. А про что? Я на геймкрафтинге регистрируюсь. Ага. Еще. Зачем? Так еще, чтобы мы на ТНТ-ране. Ну, сейчас все равно никого нет, вот как раз. Хорошая у тебя. Ну, тогда на этом мы уже будем заканчивать. И да. Всем пока. Пока. С вами был Полк и Вован. Все, пока.